Всем привет, мы с Дианусечкой вышли. В общем, мы идем, слушайте, давай, Дианка, я понесу. Не поверите, мусор. Время 9 часов вечера. Когда бы я... Сейчас, мы идем, перейдем туда, мусор выбросим и пойдем вверх. Когда бы я, честно вам скажу, никогда в жизни после захода солнца не выносила мусор. Но здесь муж меня уже приучил, что эта примета не работает. И поэтому он всегда выносит. Вот зачем оно будет там лежать, вонять. Нет, надо выкинуть. Я сейчас пойду. Может, и в 12 ночи вынести, и в 11, и вечером. Ну, я имею в виду после. Поэтому давай, я кину. Да не надо кидать, а то еще высыпется, будем собирать. Поэтому и мы тоже. Все, Дианусик, пойдем. Теперь мы пройдемся туда. Туда. Что-то я прохлопала ушами. Диана мне говорила, еще брать будем хлеб. Будем. Да я говорю, да не будем. А это спросила у мужа, ночью же сегодня приезжает. Я говорю, что ты будешь кушать? Ну, я понимаю, что ночью человек обычно не хочет есть, да? Он мне говорит, ну, я, мол, сыра, может быть, там хлеба. А я бац, а хлеба нет. Думаю, ну как так? Человек приедет с дороги, а у меня нет хлеба. Поэтому мы идем уже даже... Да тут все работает, людей полно. Ну, хлебное, хлеба, наверное, нет. В общем, пройдемся, посмотрим. Наша печка была закрыта. Нет, печки уже закрыты. Может, где-то в каком-то бокале есть. Лаваш. Слушай, а до которого часа работает? Диан, давай сойдем сюда. До которого часа работают супермаркеты? До 9, до полдесятого? До 9. До 9? Я думаю, не, возможно, некоторые до 9:30. По типу Мигроса, там, Семги, они большие. Да, если что, туда пойдем, тогда пройдем туда в Семге, в тот большой. Давай. Это водичка, видите, котиком стоит. Либо собачкам. Ну, хоть так. Здесь на каждом углу стоит, потому что очень жарко. А я помню, мы вот там вот шли. И там, короче говоря, кошечка стояла. И она, понимаете, прям вот это язык вывалила. Я давай искать с Дианкой тут все. Я говорю, сейчас воду несем. Потом смотрю, стоит чуть дальше. Думаю, ну ладно, значит, не увидела. А она там живет в том месте всегда. Постоянное место жительства. А к Мигросу? Да. Диана говорит, пойдем к Мигросу. Ой, Диана, ну блин. Мама, ну пошли туда. Мы можем вообще в другую сторону направить. Ну да, мы идем в другую сторону. Мигрос не идет. Ну как это не идет? Ой, так хорошо, ветерочек такой классный. Я погуляю. Ты же сама любишь ноги снизу. А, ну мы же, да, мы же эти. Избавляемся от семи там, понимаете? Понимаете, как оказалось, уже прошел первый месяц Дианка лета. Ты прикинь? А мне пошел, мне каникулы только неделю назад начались. Не надо меня. А в этом же году поговаривают, что Диана гораздо Бабы раньше же начнется. Да, раньше начнутся. Это несправедливо. Начнется учебный год, поэтому... Я протестую, мам. Ну, так на месяц надо раньше и начать. А зачем? Сколько... Ну, Дианка, это ты, правда, байдыковала, а другие люди... Я не байдыковала, не надо к ней запрещать. Нет, ну, Диана, другие люди действительно трудились. В отличие, а у тебя была полная расслабуха. Давай перейдем дорогу. А здесь, видите, в парке люди играют, сидят. А я чего остановилась? Не, вы видите? Собачий корм, зачем? Высыпал его, знаешь, сюда, типа, нам не нужно, мы отдадим. Странно. Очень странно, зачем вот это высыпали столько этого корма.
Так он пахнет, он какой-то свежий. Зачем? Я что-то не пойму. Может, он просрочился? Корм не может просрочиться. Да нет, он может просрочиться. Ну, блин, ну, слушайте. Если уж высыпали, ну, как-то разбросали по каким-то судочкам, по коробочкам, собакам. Сбросили в какую-то канаву, вот в подобную сюда. Очень интересное явление. Может, тут Дианка потом посидим на вот этом пяточке. Да, если место будет свободное, ты права. Пока что скамеек свободных как-то и не наблюдается. Все занято. А потому что здесь это единственные скамейки, где можно посидеть. Диана! А мы идем вон туда, в большой семье. Короче, этот... Бокалы вроде как позакрытые, либо там один был, но что-то там мелкие были открыты, но хлеба там не было. А шок уже закрыт, пойдем зайдем в семье, вроде как горит. Сходим, поглядим. Разве это таракан? Нет, это не таракан, у этого слишком усы длинные, Диана. А он уже сдох, там уже муравьи все. Фу, уже. Страшный, не хочу. Уже банда муравьев его уже атаковала. Уже расчлененкой занимаются муравьи. Вы видите, где сидит? Повесила мужа костюм. Мне нужно будет его нагладить, наутюжить. А здесь вот сидит колбаса. Помог. А чего ты туда забралась? На дверях. Ну вы представляете, не, ну да посмотри, сидит Дианка прямо на костюме. Да пускай сама слезет. Слушайте, ну уже сегодня следующий день. Ашка приехал, и я взяла себя, его, короче, подняла нас, как говорится, с диванов. Сегодня же суббота. И мы пришли сюда в парк посидеть. Здесь так классно. В том плане, что, видите, вот скамеечки, только подушки не хватает. Так бы прилечь, здесь так прохладно за счет ветра. Единственное, вот эта вот фигня мигает, конечно. А так вообще по-моему здесь посидеть. Так, походили. Я говорю, давай посидим. Потому что дома, блин, это ужас. Хоть шкуру снимаю. Так жарко. Вроде ветерочек, как бы, да, сквознячок есть, но все равно. Все равно как-то очень жарко. Ну, мы вчера здесь тоже вечером с Дианкой сидели. Было гораздо больше детей. Может, конечно, немножко сейчас позднее, скажем так. Мы чуть раньше были. Сейчас-то уже, наверное, часов 10, да? Садкачта. Садкачашка. Сад. А, ну так уже представьте, 11 час. Да, мы были где-то в 10, полдесятого. А, дети, вон ты посмотри, независимо от возраста здесь. И масики вообще так годовалые, двухгодовалые гуляют, хотя уже время 11 час. У меня когда Дианка была малая, уже в это время спала глубоким сном. А здесь нет, народ гуляет.